Друзья, всем привет! Сегодня закончили ремонт в квартире одного из наших подписчиков. Сейчас пройдемся по квартире, расскажу, какие работы были сделаны и какие чистовые материалы мы использовали. Это двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра для семьи из трех человек. И здесь наша команда выполняла работу под ключ, начиная от разработки дизайн-проекта, заканчивая влажной уборкой. Если вы хотите увидеть инженерный этап этого проекта, то все ссылочки будут в описании. А теперь пройдемся по планировке и начнем с детской. Детская у нас 16 квадратных метров, огромная площадь для того, чтобы играть ребенку. Санузел у нас 2 квадратных метра, это мало, но тем не менее здесь все комфортно разместилось. Ванна 4 квадратных метра. Кухня 10 квадратных метров, свободно разместятся 6 человек. И теперь пройдем в спальню. Спальня 15 квадратных метров, оптимальная площадь для хозяйской спальни. Теперь про чистовые материалы. Начнем с входной двери. Она была полностью заменена. Наш заказчик выбрал производителя Torex с зеркалом. По всей квартире у нас обои под покраску, а точнее малярный флизелин, производитель Marburg. Плотность обоев 150 грамм на квадратный метр. Это хорошая альтернатива стенам под покраску. Вы можете комбинировать цвета. Окраска у нас текурила моющаяся. Двери в этом проекте от производителя Profil Doors, серия 20U, цвет Dark White. Прекрасное решение, если вы хотите белые двери. Особое внимание уделяем монтажу. Дверь в любом положении должна оставаться на месте, не перемещаться влево-вправо, а также должна быть сделана качественная врезка всех комплектующих. Все розетки и выключатели – это Legrand, серия Valena Allure. В спальне и детской на полу ламинат Impressive Ultra толщиной 12 мм, размер каждой плашки 140 см на 19. Плинтус МДФ выбран белого цвета специально под цвет дверей. Смотрите, что получается. Коридор, кухня, туалет, ванна сделаны единым ковром. Это керамогранит Керамомарацци размером 13 на 80 см. Никаких порожков, никаких стыков, все сделано единым полотном. Это возможно реализовать, если вы на этапе возведения перегородок делаете углы 90 градусов, чтобы не было никаких диких подрезок. В ролике про черновой ремонт мы подробно рассказываем об этом. Ссылочка будет в описании. В санузле на стенах плитка двух видов. Это производитель Крета, серия Аура. Инсталляция у нас от производителя Рока. Ванна у нас чугунная Рока Континенталь. Смесители Хансгрое. Зеркало с подсветкой, обязательный атрибут современного ремонта, подвесная тумба из Италии, плитка аналогичная санузлом, Крета, серия Аура. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному ролику. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!